В Алматы прошел закрытый предпоказ фильма «Бекзат». Это долгожданная казахстанская премьера об олимпийском чемпионе Бекзате Саттарханове. Предпоказ кинокартины прошел в нескольких городах Казахстана при полном аншлаге. Бекзат Саттарханов, казахстанский спортсмен, в 20 лет завоевал золотую олимпийскую медаль в Сиднее, прославив нашу страну на весь мир. В память о выдающемся боксере и его достижениях агентство «Хабар» выступило инициатором создания первой биографической драмы. Режиссер Мурат Бидосов и сценарист Сержан Закирулы показали в картине детства, период становления спортсмена и последние годы жизни Бекзата Саттарханова. Почетными гостями предпоказов стали родители спортсмена. Бекзат прожил очень короткую, но очень яркую жизнь. Она была настолько яркой, что вот представьте себе, в 15 лет он приходит в бокс, понадобилось всего 5 лет, и чтобы он стал олимпийским чемпионом. Абсолютно редкий случай не только для бокса и в целом для спорта. Конечно, это вот очень яркий пример для молодежи, для подрастающего поколения, вот чего можно добиться благодаря, конечно, таланту и трудолюбию. Каких высот можно достичь.